Почему взрослое поколение считает более молодых тупыми? Говоря взрослое поколение, я имею в виду тех, кому за 40-50. Не получил вышку, тупой. Вот же тем, про кого не слышать в первый раз, ничего страшного, скоро наиграешься и пойдешь на завод, как нормальный человек. Начинаешь говорить о своем жизненном опыте, как много ты прошел, где ты много побывал и много поработал. А тебе говорят, что ты еще жизни не нюхал и молоко на губах не обсохло. 40-50 лет — это не так много. Еще много времени для того, чтобы осуществить свои мечты. Съездить в страны, которые они всегда хотели. В целом открыть для себя что-то новое. Перестать гнобить других за то, что они живут не так, как вы хотите.